Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим по карте Тяньшанские горы. Будет ли еще землетрясение? Я нашла тут атлас старый. Смотрите, тут получается вот Тяньшанские горы. Тут Алмата, это Казахстан. Бишкек, Кыргызстан. Ташкент, Узбекистан. Таджикистан. Вот тут тоже есть Тяньшанские горы, Душанбе. Не знаю, как сейчас называется, но вот так вот. Это еще советских времен атлас. Теперь смотрите, сейчас мы смотрим по республикам, по странам, да. Алма-Ата, Бишкек, Ташкент и Душанбе. Потому что это все один хребет, как бы, Тяньшанских гор. Вот так вот, сейчас посмотрим. Потом я еще сделаю видео, вот Сибирь, вот Иркутск, Улан-Чита, Монголия, тут уже она сама по себе. И вот это вот, Сибирь чей мой будет, или же Китая, или же России, посмотрим. В общем, приступаем. Так, раз, два, три, четыре. Начали. Так, Тяньшанские горы. Тяньшанские горы. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, как они спешат, да? Так, ладно, сейчас. Хотя я тусовала. Начали. Раз, два, три, четыре. Значит, так, землетрясение было в Алмате. Получается, вот Алмата. Тут Кыргызстан, вот, и вот сейчас мы вот эту часть посмотрим. Потом тут Ташкент тоже, он находится вот чуть ниже Кыргызстана. Так, начали землетрясение. Так, раз, два, три, четыре. Алма-Ата, Казахстан, город Алма-Ата. Землетрясение было ли? Может быть ли в ближайшее время и будет ли в далеком будущем ли, да? Это получается Казахстан. Так, теперь смотрите, Кыргызстан. Да, Кыргызстан. Было ли там землетрясение? Если вот сейчас как бы может быть и будет ли? Теперь Узбекистан. Получается, горы Тяньшанские, это Ферганская долина, Андижанская долина, ну вот в этих областях. Так, это Узбекистан уже. И вот, и еще тут Душанбе, получается, Таджикистан. Что там может быть? Значит, три страны. Извините, что я республика назвала. Так, начали. Если сейчас вот эта карта, вторая карта, каждая вторая, она будет тоже говорить. Казахстан, Алма-Ата, Кыргызстан. Землетрясение. Узбекистан. Так, и вот Таджикистан. Так, начали. Значит, так, Тяньшанские горы. Это горы, да? Было то, что
люди где-то там отпраздновали перекресток. Значит, на каком-то рубеже люди обрадовались, что их беда прошла стороной. Тут, видите, святой Рафаэль вышел в перевернутой позиции. Получается, на этом перекрестке, ну как бы, может, да, перекрестке вот этого хребта, где произошло землетрясение Алматы, это обошлось. Слава Богу. Так, теперь есть Алмата. Очень скоро что-то может быть слабо. Это отголоски. Где-то там, отголоски. И будет ли сильное землетрясение? Да, оно будет. Это будет. Оно будет чуть позже. И нужно быть очень осторожным, чтобы вы не остались один на один с проблемой. Значит, будьте осторожны. Значит, в Казахстане, Алмата, Тяньшанские горы зашевелятся. Ну, как бы они и так горы живые. А тут, получается, в этом хребте, где горы как бы кончаются, вот Тяньшань последняя, Урумчи, вот это уже Джунгари, это уже Китай, да? Тут, получается, вот здесь вот и Алмата. Вот. Здесь, на рубеже. Так, теперь мы смотрим Кыргызстан. Вот эти три карты, шесть карт. Землетрясение. Жертва. Были жертвы в семье. Ну, это может потеря денег. Где-то там что-то шевелилось. Как земля ходила, но все было хорошо. Есть. Смотрите, вышел и фараон перевернутый. Запомните, если кто гадает, смотрите, тут крест-накрест, и здесь крест-накрест. Ситуация неустойчивая. И где-то там что-то может быть ходить тяжело, да? И ходить тяжело, слава богу, все обходится, да? И это неустойчиво. Будьте осторожны, как не радуйтесь, но будет немножко потряхивания. И на будущее дети... Тут дети, переживания, как быть с детьми. Смотрите, тут кубки и тут кубки. Получается, землетрясение в Кыргызстане, оно возможно, это будет вспышками, это слабо. Где-то детские учреждения могут быть пострадать. Это где дети, это связано с молодежью. Видите, тут какая-то молодежь может приехать. И тогда какая-то энергия даст всплеск. Именно тяньшанских вот и тут, в этом хребте, да. Теперь мы идем в Узбекистан. В Узбекистане было землетрясение, да, было. Люди работали, строили дома. Может, 64-й год. Есть помолвка. Будет предупреждение, скоро предупреждение. Не сомневайтесь, можно верить этому, то, что были рабочие места, видите, маг, потраченные деньги на строительство, можно так сказать. И то, что идет помолвка, скорое землетрясение в Узбекистане, смотрите, помолвка. И тут 13-й аркан, смотрите, значит, все начнется с Узбекистана. Получается, Узбекистан первый пострадает, потому что в Казахстане... После землетрясения. И чтобы потом оно было, оно будет как бы обещать, что будет землетрясение. Но где-то там, будьте осторожны, в горах. В горах будет потрясение, потому что это гора. Гора где-то там будет о себе давать звуки. По книге «Перемен», смотрите, 9-й аркан – это гэнь, это гора. Значит, горы будут где-то там сигналить легкие колебания. И начиная с лета, скорая помолвка, землетрясение перейдет на осенний период. Значит, лето и осень в Казахстане, получается, тоже где-то там уже в скорости начнется старая ситуация шевелиться. В общем, лето-осень. Смотрите, 13-й аркан и 13-й аркан. Они
Видите, пройдут одинаковые карты через помолвку, и будьте осторожны, чтобы вы не пострадали, не бросайте своих, да, можно так сказать, фразу. Не предавайте своих близких. Вот эта карта. Вот она. Вот, вот Тяньшанские горы. Вообще, я когда в детстве это все видела, ужас, конечно. Так, теперь Таджикистан. 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 Вот отсюда что-то начнется. Смотрите, богатая республика, страна. И вот здесь, и пошло-поехало называется Таджикистан. Было землетрясение. Есть. Смотрите, неожиданный удар. В общем, горы будут шевелиться. И будет. В общем, придет большое несчастье с Таджикистана. Вот отсюда. Вот так вот. Вот так вот пойдет. Хотя я раскладывала карты вот так вот. А так получается. От Таджикистана. Вот тут Таджикистан, Душанбе. Вот Душанбе, Кыргызстан, Ташкент, Алма-Ата. Значит, вот отсюда пойдет через Душанбе, через Таджикистан. Вот так вот. Вот так поедет все. В общем, в горах будет все-таки трясти. Кыргызстан будет переживать за детей, ну, как бы будет нервозная обстановка. Но вот эти три страны, они могут пострадать. В общем, такие карты вышли. Сейчас я соберу карты. Еще раз просто. Тяньшанские горы, которые входят в состав этих стран, то есть Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, будет ли сильное землетрясение? Я вот так спрошу карты. Все, я начинаю. Так, теперь смотрите. Значит так. Тяньшанские горы, которые входят в состав стран Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, будут ли эти горы на 2024 году давать толчки, да, или будет ли землетрясение? И сколько баллов, да, например? Так. Если это, видите, уже какой расклад подтверждается. Так, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Тяньшанские горы. Ну, вот так спросим. Это Тяньшанские горы. Страна Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Вот эти четыре страны. Что могут получить от Тяньшанских гор? Тяньшанские горы. Баллы были. Это баллы. Это баллы. Таджикистан. Узбекистан. Кыргызстан. И Казахстан. Значит, так, вот они, эти горы. Ну, вот, смотрите, колесо фортуны. Значит, что там будет шевелиться? Видите, колесо, да? Оно шевелится. Значит, будет перевертыш. И видите, вода, да? Что-то с водой. С водой. Энергия поднимается, вода поднимается. Теперь Таджикистан. Стихия вода, Таджикистан, Узбекистан, будь осторожен. Тут могут быть жертвы. В Таджикистане могут быть жертвы. В Узбекистане будьте осторожны, чтобы уйти от опасности в последний миг. Кыргызстан. Кыргызстан, видите, тут подвешенная ситуация, да? Вот крест, и тут крест. И Кыргызстан смотрит на горы
Он их видит. И Казахстан. Казахстан. Тоже вода. Смотрите, вода, вода, вода. Несмотря на то, что это прекрасная карта, смотрите, это слыша, что-то будет, как вот Всевышний, Всевышний все видит, он предупреждает. Так, теперь Таджикистан. Вот отсюда большая вода. Смотрите, может быть какой-то прорыв, прорыв, потому что черное солнце вышло, смотрите, вода. Вода, вода. Значит, в горах есть большая вода в Таджикистане. Не знаю, что там, может, какие-то реки, водоемы. Может, сель пойдет, знаете как. Значит, оттуда пойдет вода. Значит, первый расклад подтверждается уже в этих трех картах. Так, теперь осмотрим Узбекистан. Земля. Смотрите, эта земля неустойчивая. Я говорила, что это папеса, перевернутая, перевернутая кобылица, да? Неустойчивая земля. Земля неустойчивая. Она, значит, будет ходить, и нужно быть предельно осторожным, чтобы вовремя отойти от опасности. Так, теперь Кыргызстан. В Кыргызстане где-то там она минует, ну где-то отойдет, где-то что-то отойдет, и где-то там все как бы обойдется. Сравнивайте два расклада, потому что первый расклад и второй. Вот этот второй расклад подтверждает, все как бы обойдется. И вот Казахстан, Алмата, горы Тяньшаня. Теперь смотрите, вот эти высокие дома, император, это еще богатые большие дома, высотки, высотки, дает то, что будут большие-большие потрясения. Значит, смотрите, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и неустойчивая позиция. Получается, в Казахстане, будут большие-большие неприятности, связанные с водой. Видимо, как я так, знаете, что поняла, вот раз уже тут отсюда пойдет туда-туда, Кыргызстан где-то в сторонке, я поняла, что это как бы вниз пойдет. Я не понимаю, правда, географии ничего, то получается, это как вершина Тяньшаня, смотрите, то это вниз пойдет. Вот это вверх. От Душанбе пойдет вниз, 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 вот сюда. Может, реки какие-то, водоемы будут заполняться от таджикистанских гор. Вот. В общем, вот такое вот кино. Ну, Кыргызстан, да, чуть-чуть, если и пострадает, то он как бы обойдется. Вот здесь вот будет. Так, теперь, сколько баллов может быть? Ну, пострадает все-таки чуть-чуть. Так, видите, тем более император перевернутый. Вот тут вот очень... Может, две высокие горы какие-то там весь. Сейчас посмотрим, что это такое. Значит так, Тяньшанские горы. Карты Таро младших арканов. Скажите, пожалуйста, как вы видите Тяньшанские горы? Красивые. Да, они красивые. Очень красивые горы. Поход ходили в детстве, гульбару собирали. Так, теперь, значит так, Таджикистан. Защита, барьер. Значит, какой-то барьер. Смотрите, тут елки-палки, ветки. И тут, может, где-то будет прорыв, забор. И большая вода, может, озеро какое-то. Знаете, там мало ли что там будет. Так, теперь... Узбекистан, Ферганская долина, Андижанская долина, летняя пора. Смотрите, елки-палки. Летнюю пору. Что может быть в Узбекистане? Богатый урожай. Коснется ли землетрясение? Сообщение будет.
Предупреждение будет. Военные будут. Может, кого-то спасать будут. Это сельская местность, можно так сказать. Так, теперь Кыргызстан. Данное государство, видите, император, государство будет предупреждено. Да, тут получается, что мы можем сделать? Тут видите, что мы можем сделать? Мы только можем ждать. Осведомлен, вооружен. Вот Кыргызстан молодец. Теперь Алма-Ата, Казахстан и Тяньшанские горы. Будет ли землетрясение? Да, будет.